Так в чем же заключается цель способности Такахаси убить Ло Пэна? В таком случае, я не знаю. Ло Пэн, должно быть, обидел его. Это улыбающийся тигр, который убивает людей в мгновение ока. Но самое отвратительное заключается в том, что после того, как Асян убил Ло Пэна, он сел рядом со мной и попросил у меня 10 тысяч юаней. В конце концов, не так уж много мертвых людей являются старшими инспекторами. Ло Пэн запечатал рот Асяна 10 тысячами юаней. Он может попросить у меня 10 тысяч долларов сегодня и, возможно, 100 тысяч долларов завтра. Неужели вы думаете, что я не смогу убить его? Что вы собираетесь делать? Разве вы не собираетесь убить Асяна? Мой герой, я пойду с вами. Я так устал. Мальчик, будь осторожен. Брат девятый, я угощу тебя чем-нибудь, хорошо? Эй, официант, где мое красное вино? Тайге Айсянцзю, позвольте мне подвести вас. Не хотите ли кусочек вкусной еды с димсамами, которые купила для меня моя тетя? Перестаньте есть. Я только что приготовил, и это немного отвратительно. О, мне очень жаль. Рубашку, которую я купил во Франции в прошлом году, мой брат купит тебе еще несколько хороших рубашек. Брат Зё. Привет, кто говорит? Я слышал, что это был фестиваль середины осени, и Ляошань был таким большим городом, что я позвонил в казино всего через несколько дней после приезда.
А где мой третий брат? Что случилось? Третий, четвертый, пятый, шестой братья ничего не понимают. Я не ожидал, что у вас такая плохая память. Когда я был ребенком, мой разум был зажат дверью, и я ничего не мог вспомнить. Тогда я расскажу о чем-нибудь другом, в зависимости от ваших особенностей. Вчера вечером в баре Дейли кто-то был застрелен. Если вы попросите меня подождать еще 3 дня, я не увижусь с вами или пойду в полицейский участок, чтобы сообщить о преступлении. Хорошо, я знаю, где вы находитесь, и я вас найду. Что там выгравировано? Судя по тому, как ты его вырезал, это должна быть твоя мать, не так ли? Я скучаю по нему. У тебя такой же художественный талант, как и у мать Джунцу. Ты точно так же вырезал резьбу. Мать Джунцу тоже нарисовал меня в виде человеческой фигуры. О чем ты говоришь? Я не понимаю. Председатель, это моя вина, что я запер тебя на заднем дворе на эти 2 дня. Я приношу тебе свои извинения. Послушай, ты же не захочешь простить меня вот так. Ну что же, изначально у меня были хорошие новости о твоем старшем брате. Поскольку ты не хочешь со мной разговаривать, я не буду говорить об этом. Я прощаю тебя. Так ты говоришь. Мать Джунцу приехал в Ляочэн, чтобы найти тебя, и я собираюсь отвезти тебя к нему, так что поехали прямо сейчас. Не волнуйся, если ты увидишь мать Джунцу, ты можешь спросить его, является ли Ван Ланьин твоей биологической матерью. Сначала подготовь меня морально. Если вы сразу узнаете всю правду, боюсь, вы не сможете ее принять. Не волнуйтесь, я обязательно задам вам этот вопрос. Когда вы отвезете меня повидаться с моим старшим братом? Завтра я все улажу, но вы должны пообещать мне, что когда вы увидите мать Джунцу, он сможет немного разволноваться и уехать вместе с ним живым и здоровым. Вы должны честно сказать ему, что у вас все хорошо со мной, и что вы хотите остаться здесь и дождаться встречи со своим биологическим отцом. И если вы хотите убедить мать Джунцу вернуться в город Гуанмин, можете ли вы мне это пообещать? Если вы не согласитесь, я не позволю вам видеться с вашим старшим братом. Хорошо, я обещаю вам, что все будет именно так. Хороший мальчик. Шесть, семь, восемь, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, четыре, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, вот и все на сегодняшнем занятии. Урок окончен. Спасибо вам, учитель, учитель, учитель. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Брат Вэй, вы снова здесь. Давайте начнем сначала. До свидания, как насчет этого? Вы устали? Эй, я нашел очень вкусный ресторан, я отведу вас туда позже. Похоже, у вас хорошее настроение. Может быть, это какой-то прецедент? Я рассказал своему отцу обо всем, что случилось с нами в городе Гуанмин. Я думаю, что пройдет совсем немного времени, прежде чем мой отец сможет выяснить, кто является похитителем. А вы рассказывали вам с братом Джуцу о себе и дяде Ма? Пока еще нет, но вы также знаете, что у моего брата упрямый характер. Как только я сказал ему, что хочу обратиться за помощью к Майнву, он продолжал возражать, и тогда я перестал двигаться дальше. Значит, вы не боитесь? Все, что ему известно, это ваши деньги, и если он найдет их к тому времени, возможно, ему придется поблагодарить Маюня. А что касается меня, то я считаю, что нужно убить 2 зайцев одним выстрелом. Как вы думаете, во-первых, мы сможем вернуть их обратно в целости и сохранности, а во-вторых, может быть, нам удастся облегчить их отношения между отцом и сыном. Это здорово. Привет, все правильно. Я ищу вас сегодня. И еще кое-что. Разве моя маленькая мама не беспокоится?
беспокоится по поводу банкета в честь помолвки Джан Ло. Он нашел самое знаменитое интервью и захотел приготовить для вас Чонсом. Я думаю, что лучше сначала покончить с этим вопросом и подождать, пока вопрос, связанный с празднованием Нового года, не будет полностью решен. Иначе это будет отвлекать вас. Мы с отцом готовимся к празднованию Нового года, а моя маленькая мама заранее планирует банкет по случаю нашей помолвки. Как вы знаете, эта маленькая мама все еще очень спешит, и я никак не могу ее уговорить. Хорошо, тогда я обещаю вам согласиться, давайте поедем, давайте отвезем вас туда. Мать Шун Цу, не волнуйтесь так сильно. Я здесь для того, чтобы забрать вас. Тайге хочет вас видеть. Вы не хотите повидаться со своим братом, а лошадь уже вернулась с запада. Я жду вас в отеле Тайюань. Что вы делаете? Шнурки на ботинках развязались. Завяжите шнурки, не говорите о фокусах. Поехали. Я обернулась. Продолжайте в том же духе. Так уж получилось, что я скучаю по тебе, и ты тоже должен скучать по мне. Спускаясь вниз, я уже попросил своих подчиненных забрать его, и я скоро буду там. А до этого давайте встретимся и поболтаем. Мы не знаем друг друга в Гуанминчжэне, и это судьба — снова увидеть вас в городе исцеления. У тебя довольно хорошо получается подстричь мою косичку, но я хочу спросить тебя, о чем именно? Какое отношение имеет ко мне человек, убитый в баре Ричанг? То, что я сделал. Я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря, что я убил этого человека. Вы видели это своими собственными глазами. У вас есть доказательства. Я больше всего ненавижу людей, которые клевещут на меня. Я не заинтересован в том, чтобы клеветать на вас. Сейчас я просто хочу сделать одну вещь — забрать нашего третьего ребенка. Вы всегда задавались вопросом, что я сделал, когда поймал вашего третьего ребенка. Теперь я откровенен с вами. Но Мэтью приехал сюда, чтобы повидаться со своим биологическим отцом. А кто его биологический отец? Тогда не спрашивайте об этом. Короче говоря, очень замечательный человек, очень богатый и очень престижный. Для меня плоть и кровь родственников — это нечто большее, чем просто вода. Я делаю доброе дело, позволяя Маяню встретиться с его отцом,
с которым мы расстались на протяжении 19 лет. Вы должны поблагодарить меня за то, что я узнал его отца в канун Нового года. Почему мне так сложно пройти мимо вас, так что не вникайте в суть дела? Не говоря уже о том, чтобы беспокоиться о том, что он будет выглядеть восхитительно, хорошо одет и сиять вместе со мной в канун Нового года. Отступите, вы увидите его, попрощайтесь с ним, а затем вернетесь в Гуанли. Поехали, кстати, я уже купил тебе билет на сегодняшний вечер. Спасибо тебе, но я пока не хочу уходить. Почему бы тебе не пойти со мной? Я не думаю, что лечение проходит очень успешно, но если ты хочешь поиграть, то все в порядке. Я уважаю дружбу хозяина дома. Я отвезу тебя к основным достопримечательностям, где можно поесть и выпить в течение дня, а ночью отвезу в танцевальные залы и ночные клубы. И буду развлекаться в течение 4 или 5 часов. Целыми днями по ночам. А что вы покупаете за свой билет на поезд? Если я захочу уехать, я тоже возьму вас с собой. Хорошо. Для тебя так интересно быть старшим братом. Если у твоего младшего брата есть возможность встретиться со своим биологическим отцом и жить в достатке и достатке, ты должен остановить его. Если его отец хочет узнать его, он может приехать в город Гуанмин и найти нас. Но до этого я не позволю ей покинуть меня, не говоря уже о том, чтобы быть с тобой. Пойми меня правильно, ты имеешь в виду. Послушай, я не пытаюсь причинить тебе неприятности, я забыл, что забыл представиться. Меня зовут Дуань Тай, и я бизнесмен с головой и лицом в Ляочэне. Нет, трех слов «бизнесмен» недостаточно, чтобы подвести итог. Возьмем, к примеру, вас. Если вы хотите потратить деньги, когда ведете со мной дела, то должны дать мне денег. Я еще очень молод, и в самом начале у меня будет хорошая беседа с вами, но если вы все еще не потеряете меня, то я это сделаю. Вы понимаете, что я имею в виду? Поймите меня правильно, скажите так ясно, неужели я не могу понять? Так вот, вы маленькая мама, не знаете, что небо высоко, а земля плотная, и если вы хотите поссориться со мной, это плохо кончится. Я советую вам сдаться как можно скорее. Когда вы закончили? Скажите, когда вы пришли на занятия? Не волнуйтесь, скоро все будет готово. А где мой старший брат? Что я должна сказать и сделать, когда увижу вашего старшего брата? Брат Тай неоднократно говорил вам об этом. Разве вы не забыли? Нет, если вы скажете что-то не то и сделаете неправильный выбор, каковы будут последствия? Подумай об этом хорошенько. Я понимаю, поторопись. Заходи внутрь, брат, председатель, брат. Братья проявляют свои истинные чувства при встрече, завидуют другим. Почему мои родители не подарили мне брата? Брат, ты всегда забираешь меня обратно, когда приезжаешь, не так ли? Давайте сначала перейдем к делу. Председатель, зачем я привез вас в Ляочэн? Я уже говорил вам, что вы никогда в это не верили. Должно быть, существует множество медицинских применений, которые я хочу подтвердить вместе с моим старшим братом. Ты спрашиваешь, брат, являюсь ли я биологическим ребенком своей матери? Джуна Сью, прежде чем ты ответишь своему брату, позволь мне задать тон вашему разговору. Мы должны быть честны друг с другом и говорить правду. Братья болтали и несли всякую чушь, и это было слишком скучно, чтобы сидеть с завязанными глазами. Брат, ты говоришь, что не являешься повелителем рождения птиц. Девятнадцать лет назад в Даминге твоя жизнь была полна синяков и ссадин, и я вернулся домой с тобой на руках. Мы хотим спасти его, но не исправляем ситуацию. С тех пор ты живешь с нами. Брат, тогда почему же ты никогда не говорил мне об этом? Он боится, что ты почувствуешь себя неловко. Я знаю, что ты уже некоторое время не можешь смириться с этим. Независимо от того, являетесь ли вы биологическим родственником или нет, мы все одна семья. Вы понимаете меня? Дует холодный ветер. Вы можете не верить в то, что я сказал, но вы должны поверить в то, что сказал ваш старший брат. Mm-hmm.
Тогда кто же мой биологический отец? Кто мой биологический отец? Я не знаю. Вот уже 19 лет, как он ни разу не приходил к вам. Откуда вы знаете, что другие не ищут его? Может быть, я его не нашел. Кому бы ни казалось, что ему суждено жениться, весной каждый дюйм травы становится серым. Господь знает, что ваш биологический отец очень сильно любит вас и очень скучает по вам. Сейчас я сделаю выбор за вас. Останетесь ли вы рядом со мной, ожидая, пока ваш биологический отец будет жить жизнью, состоящей из дзиньи и нефритовой пищи, или вы вернетесь в город Гуанмин вместе со мной? Мать Джун Цу хочет продолжить жизнь обычных людей, выбирайте сами. Вы уже взрослый человек, и у вас есть право на выбор. Независимо от того, как вы выберете, я приму это решение. Если вы хотите найти своего биологического отца, я тоже помогу вам. Это повлияет на ваше первоначальное суждение. Перестаньте болтать, я обязательно вернусь к своему старшему брату. Я обязательно вернусь к своему старшему брату. Вы все время повторяете, что вы порядочный человек, и я верю, что вы не поставите нас в неловкое положение, не так ли? Я порядочный человек, но мои братья – люди смешанного происхождения и не очень порядочные. Они не позволят вам уехать отсюда. В таком случае я могу делать только то, что не является приличным. Вы можете сами придумать, как поступить, и прийти ко мне, как только не сможете решить проблему. Некоторые полагаются на свои собственные мощные способности, чтобы переломить ситуацию. Позвольте мне любезно напомнить вам, что это Ля Чен, а не Марка Гуанмина, и она не выживет, если ей придется нелегко. Я все делаю сам и сам себя очищаю. Не двигайтесь с места. Сяо Сяофан, послушайте, здесь осталось не так уж много людей, вы не можете уйти. В моем пистолете в общей сложности 12 пуль. Я не уверен в своей меткости, но я более чем уверен в себе. Эта шкатулка принадлежит мне. Теперь в пистолете осталось всего 2 пули. Вчера я вышел на работу и израсходовал 10 пуль. Делайте, как вы говорите, братья. Опустите пистолет, брат Хэй, опустите пистолет. Председатель, верните меня обратно ко мне. Верните меня обратно. Отойдите с дороги! Отойдите с дороги! Не ходите за мной! Не ходите за мной! Во время фестиваля середины осени в Ляочене меня можно считать человеком с головой и лицом. Зачем вы выставляете передо мной пистолет на улице? То, чем занимаются люди с головами и лицами, это похищение людей и вымогательство. Я уже все вам рассказал. Я водил его повидаться с ним, но мой биологический отец не слушал, что он говорил. Поезжайте в канун Нового года. Ха.
меня здесь есть маленький столик. Идите только вы. После Донгбо за мной кто-то гнался, и у всех у них в руках было оружие. Поторопитесь и спасите нас. Вот и начинается самое интересное. Почему вы снова здесь? Не волнуйтесь, я заберу вас наверх, не волнуйтесь. Если вам нужно что-то сделать, медленно скажите спасибо. Поэтому я попросил у полицейского письмо. Чем вы все занимаетесь? Где находится это место? Вы знаете этот полицейский участок? Опустите пистолет. Это нехорошо опускать его на землю. Этот джентльмен сказал, что вы похитили его брата. Что происходит? Как же это могло случиться? Офицер полиции, сэр. Похоже, у этого человека что-то не в порядке с мозгом. В полдень наш босс Дуань Дуань обедал в отеле Тайюань. Когда мы выходили из отеля Тайюань, к нам подбежал этот человек. Следует сказать, что мистер Дуань похитил ее брата, чтобы запутать нас, и попросил нас сопровождать ее в бюро надзора, поэтому мы приехали к нему. Я пукаю. Мистер Чжугуань. Она помогла мне сегодня в полдень, это она и есть. Ее зовут Лена. Она настоящий мастер за кулисами. Поторопитесь и арестуйте его. Это вы похитили его брата? Весной и осенью мне действительно все больше и больше нравится ваш трюк с подвязыванием шины. Я обращаюсь к вам. Я смелый человек. И что же вы осмеливаетесь похитить, чтобы сказать? Я не понимаю. Неужели вы не понимаете? Вы не понимаете, не так ли? Хорошо, тогда зайдите за мной. Зайдите, я зайду. Это самонадеянно с вашей стороны. Боже, мне очень жаль. Неужели вы хотите, чтобы я стал учителем Ван Гом и убрался отсюда? Если я вас повешу, примите взвешенное решение по любому поводу. Вы попали в цель? Как я вас учил? Сказал папа. Независимо от того, какое решение будет принято, это не пойдет на пользу армии. Малейшее решение может иметь необратимые последствия. Запомните это очень четко. Я любезно расскажу вам правду о том, что значит быть человеком. Почему бы вам не найти того, кто вам не подходит? Скажите, какое решение вы только что приняли в ресторане. Я хочу сражаться вместе со мной и Светом. Действительно ли это решение было принято вами после тщательного обдумывания? Это моя собака, которая будет искать мою маму и моего второго брата. Если вы захотите уйти, вы никогда не думали, что если примете решение, то убьете одного из них. Так что ты отпустишь моего брата. Я уже начинаю сожалеть об этом, беспокоясь о том, что вы не знаете, что делать рано или поздно. Ты ублюдок, ты не можешь убить моего брата. Я предупреждаю тебя, если ты не будешь играть со мной честно, я обязательно убью Ма Чжунцу. Открой мне дверь! Открой мне дверь днем и ночью! Убирайся отсюда!
Ты это слышал? Ты должен вернуться. Ты не выздоравливаешь или что-то в этом роде? 19 лет назад, в канун Нового года, твоя биологическая мать получила ушибы и вернулась домой с тобой на руках. Мы хотели спасти ее, но исправить ситуацию было невозможно. С тех пор ты живешь с нами. Брат Сьюзи, привет, командир отделения. У меня не очень хорошо получается. Почему? Я сказал, брат Сьюзи, в последнее время ты всегда просил меня подтереть тебе задницу, что на самом деле недостаточно интересно. У меня просто болит живот и очень сильно болит живот. Я хочу купить немного слабительного у Майге. Мое лекарство для крови стоит очень дорого, независимо от того, насколько дорого его стоит купить. Это неприлично, постоянно испытывать слабость в желудке. Ха-ха-ха. Мой брат разумный человек. Брат Тай, я так долго ждала тебя, и вот ты здесь. Этот цветок такой красивый, не правда ли? Ну что же, Сяо Роу, должно быть, это очень нравится. Привет, тетя. Этот цветок для тебя, спасибо. О, уже поздно, и злодей скоро начнет действовать. Поехали. Все в порядке. Он воспринял это очень хорошо, так что прими это, брат. Кажется, что на тебя больше никто не смотрит. Перестань издеваться. Я его брат Ару.
Я очень рада, что ваш брат такой красивый. Студенты, будьте спокойны. Всем привет. Я президент студенческого совета дядя Чень. Я рад, что все желающие могут насладиться сегодняшним выступлением. Цель нашего выступления на подведение итогов в кампусе состоит в том, чтобы призвать студентов внести свой вклад в развитие нашей страны, которая уже пронизана дырами. Со времени Японо-Китайской войны прошло уже более 30 лет, но эта боль так и не прошла. Синчоу в течение 6 лет служил в 3 восточных провинциях. Они посягают на нашу родину и ущемляют права наших соотечественников. Как высокообразованные люди, мы не можем просто позволить им оставаться равнодушными и сидеть сложа руки. В долгосрочной перспективе наша страна только скатится в пропасть вечной катастрофы. Так вот, я надеюсь, что вы все понимаете, что каждый японский продукт, который вы потребляете, может стать смертельным ударом для вашей семьи. Поэтому, пожалуйста, позвольте мне скандировать. Бойкотируйте японские товары, начните с меня. Ваши товары начинаются с меня. Покажите это своим одноклассникам в других классах. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам. Бойкотируйте японские товары, бойкотируйте японские товары. Ли Цзюнь, брат по японским товарам, Сяо Роу, не валяй дурака. Я вовсе не издевалась над вами. Я делаю все, что в моих силах, на благо страны. Я отправил тебя в школу с энтузиазмом изучать музыку и не ожидал, что ты будешь беспокоиться о государственных делах. Привет, привет, ты брат Сиору. Ну что же, я часто общаюсь с Сяо Роу и делаю все возможное, чтобы не присоединиться к ним. Ну что же, вы указываете моему бизнесу, что делать? Нет, я просто думаю, что это пришло из Японии. Вы призываете других студентов бойкотировать японские товары. Сначала разденьтесь сами. Но все же спасибо вам, брат. Сяо Лю, не связывайтесь с ними, они обманывают простых студентов, таких как вы. Брат, я уже повзрослела. Тебе больше все равно, с кем я дружу. Откровенно говоря, я действительно беспокоюсь за вас, боюсь, что вам будут угрожать снаружи. Брат, я уже не маленькая девочка. А что мне может угрожать? Все в порядке, поторопись домой, не говори об этом. Школа такая уродливая, что это нехорошо. Мне нужно кое-что сделать, и я не могу сейчас пойти с тобой домой. Брат, почему бы тебе сначала не пойти домой? Пожалуйста, поезжай домой через несколько дней. Как у тебя дела? Несколько дней, это всего лишь несколько дней, так что до скорого свидания. Свяжите меня узами брака. А мальчик, сидевший внутри, видел это? Посмотрите на это сами. Он сказал: «Друг моего сына, отдай ему деньги и держи его подальше от моего сына». Ну и еще, если он не знает, как похвалить, напугай его. Все в порядке.